Всем привет, снимаем для вас новое видео, да, Ричи? И чтобы вы понимали, сейчас будет слышно или нет, стучат который день. Но это просто невыносимо, это не поспать ни ребенку, ничего, это просто какой-то кошмар. Сегодня у нас будет видео «Утро с реборном Есенией». Малышка только вот что проснулась, сейчас вам покажу, что у нас на улице. Это, конечно, вообще просто. Дитя, дождь. Снег лежит, дождь идет. Сегодня у нас какой, 17 или 18 уже февраля. Слава богу, скоро весна. Стучат так целое утро. Мы сейчас с Есенькой будем завтракать и покажем вам, как будем собираться к врачу и расскажем, почему мы туда идем. Первым делом посадим Есению на горшочек. Я дико извиняюсь за эти стуки. К сожалению, я на это никак не могу повлиять абсолютно. Вот, очень прошу прощения, но видео я хочу для вас снимать, поэтому, к сожалению, приходится снимать вот так. Есенюшка, давай, ты уже у нас большая, смотрите, как она подросла. Если вы можете заметить, такая вот уже большая, скоро ей годик. Вот, сейчас будем садиться на горшок. Опа, садись. Ну, чего ты легла, Есения? Ты же умеешь хорошо сидеть, ну-ка садись. Есения, садись хорошо. На самом деле не хочет она сидеть. Сейчас я заберу ее памперс, мы пойдем с ней в ванную. Пойдем. У нее проблемы со стулом. Я сейчас хочу сделать клизму. Вот, пока буду себя немножко приводить в порядок. Я не знаю, где тут снимать, где тут что делать. Тут просто невыносимо находиться. Это какой-то ужас. Это же кто-то делает ремонт, но здесь, в этом доме, слышимость просто сумасшедшая. Реально просто ужас. Просто без суток. И притом, ладно, понимаете, взрослые люди, ну, детки, им же нужно спать. Так я не знаю, когда они сейчас закончат стучать. В прошлый раз они закончили стучать, наверное, часов в 5, уже когда все с работы вернулись. Ну, а детям как на дневном сне спать? Вот если кто-то дома спит. Ладно, на улице. Короче, кошмар. Так, сейчас мы пойдем делать Есению клизму вместе с вами. Вот, если не поможет, то поедем ко врачу. Что у всех детей сосудом какие-то проблемы, я не понимаю, что происходит. Вот, мы для начала покушаем, тогда сейчас позавтракаем, сразу сделаем клизму. И потом будем смотреть. Немножко ложись, вот так вот. Так вот. Так. Минуточку, сейчас я за тобой приду. Кстати, на горшок она немножечко пописала, сейчас я это вынесу. И заодно клизму помою. Вот. Так вот. Сюда. Не спрашивайте, почему сюда. Могу ответить в комментариях. Так, и сейчас мы помоем клизму. Так, включили мы свет. Сейчас вот я дам Есении немножко апельсинки. Также сделаю кашку. И вот эту вот многозерновую, то, что я покупала с липой и ромашкой. Попробуем, как она. Очень интересно мне. И сделаю ей чаек. Да, она вся опухшая. Так, а вода тут есть. Замечательно, что она постоянно светится. Потому что никто не выспался. Потому что вот эти вот стуки просто нереальные. Вот. Сейчас вам покажу, какой у меня Есения пьет чай. Чай она у меня пьет вот такой вот. Ромашка с мелиссой. Сейчас мы ей заварим. Один пакетик. Я сейчас ничего не хочу, потому что надо разобраться для начала со здоровьем ребенка, а потом уже разберемся с собой. Дети разболелись, и у меня есть идея положить по очереди всех на обследование в больницу, потому что, ну, как-то это уже поднадоело даже, потому что у нас что не видео, то ребенок заболел. Поэтому, не знаю, будем сейчас думать. Все равно, как бы это либо с двумя будет детьми, не со всеми подряд, а с кем-то по отдельности, либо как-то еще. Нет, ну, это я вообще без комментариев просто. Это уже невыносимо на самом деле. Это уже просто становится больше похоже на безумие. Вот я понимаю, что людей ремонт, но, понимаете, я даже не знаю, когда это лучше делать. И с такой слышимостью я сегодня лежала, думала, это кто будет заселяться в новостройку? Там же этот ремонт буду делать еще неизвестно сколько. Я думаю, не дай бог купить в новостройке квартиру. Это же вообще так, это у нас АСМР. Вот. Сейчас мы откроем. Кстати, маленький пакетик, совсем маленький. Ножницы, я не знаю где, где-то потерялись. Сейчас мы срежем. Так, поставим. Ну, пахнет, кстати, приятно и пахнет мелисса. Это мелисса есть? А, липа тут.
Но все равно. Так, сейчас я налью сразу кипятка. Немножечко каши я сделаю, потому что раз она не ходила в туалет. Так, я возьму вот так вот насыплю. Будем вымешивать. Пахнет как чай. Действительно пахнет как травяной чай. Мне кажется, ой, что я много сыпанула. Мне кажется, ей не должно понравиться. Ну ладно, сейчас если что водой разбавлю, то будет очень густая. Ладно, давай намолить. Будем готовы. Сейчас мы сразу покушаем апельсинку. Будешь, малышка? Она не первый раз уже пробует, уже пробовала до этого. Вот. Сейчас мы будем кушать кашу, нашу прекрасную, пить чаек и собираться, потому что мы уже опаздываем. Держи, Есенька, пей. Мы уже опаздываем, как обычно, конечно же. Еще Есению одеть, еще прогреть машину. Ну, в общем-то, как-то так. Там стучат, как сумасшедшие. У нас сегодня влог про то, как стучат. Это просто. Я уже готова сходить и спросить, что вы там вытворяете на самом деле. Давай, Есения. Еще неудобно. Она, конечно, еще немножечко малышка, с ней так кушать. Ой. Есть ребеночек, не хочет совсем, поэтому сейчас пойдем одеваться и собираться к нашему доктору, чтобы посмотреть, что же с нами такое случилось. Сейчас мы будем одеваться, поедем к доктору. Да, Есенька? Да. Пишите в комментарии, какие вы хотите видео, потому что я вот сняла, например, видео про ревность Лиама. Вот, очень многие просили. Вот, но получилось так, что как-то его не очень многие люди посмотрели, хотя я так поняла, что многие хотели. Есения машет всем привет! Так, одеваем носочки. Одеваю я ее не очень тепло, потому что мы на машине. Ну все же. Кстати, хочу купить детишкам автолюльку и, возможно, куплю какую-нибудь большую, чтобы в нее садился Илья, либо куплю автокресло ему отдельно. Так, одеваем наш свитшотик. Не знаю, пока еще думаю, но в планах есть много чего купить нового атрибута для съемки. Например, даже вот в деревню поехать снимать. Это будет интересно. Коляски пока новые не собираюсь приобретать. Единственное, что для двойников, я думаю. Ну хотя я бы стойки купила, это моя мечта, просто моя мечта, но... Денег она, конечно, стоит больших, и чтобы купить, нужны хорошие просмотры, чтобы капали деньги. Потому что все, что я покупаю для видео, я покупаю это из тех денег, которые приходят с Ютуба. Ну, то есть это все только от вас зависит. Вот. Поэтому стоки, конечно, я хочу. Будем очень стараться, будем снимать для вас. Ну, посмотрим, как будет дальше. Так, джинсики наши вот такие вот. Они такие, типа, как джоггеры. Сидим в тростик 62. Должны быть ей хорошо. Уже один молот пришел к мастеру, кто там газует под окнами. Ричи Фу. Вот, уже один молот пришел к мастеру, его начнут делать. Еще три в пути, тоже скоро придут. И, в общем-то, будут у нас новые малыши. Кто-то мне написал, что ему не нравится, когда много реборнов на канале, когда было несколько там. Вот, но я такого не понимаю, потому что я считаю, нужно разнообразие. Я считаю, что должен быть разнообразный контент, поэтому кому не нравится, я, конечно, никого не держу. И если кому-то не устраивают реборны, то как бы вы можете не смотреть видео. Так. Вот. Вот так вот мы одеты. Такая девочка. Сейчас мы сверху еще оденем кофточку. Расчешемся с тобой, да, Есенька? Я, кстати, думаю, я, может, подстричь, сделать ей челочку побольше. Не знаю, пишите в комментарии. Одеваем нашу кофту и там оденем курточку и пойдем. Стучат все так же. Ничего нового. Да. Это кошмар просто. Я думаю, что мы сейчас, если не куда-то поедем, пару часов погуляем. Потому что вот это здесь сидеть и слушать, оно так стучит по мозгам. Это просто. Тут уже невыносимо, на самом деле, это слушать. Опа. Вот она, наша мышка. Так что всем пока-пока. Пишите идеи в комментариях, какие видео вы еще хотите увидеть.